поставить три кабинки, а не две. Ну зачем ты будешь по 35 рублей в Междугорье, если по 25? Прости, пожалуйста. Чего ты меня снимаешь? Ну, я по делам разговариваю. Да, не звони мне больше, хорошо? Окей. Ну, слушай, мы же договаривались. Я тебе перезвоню. Чего ты меня подставляешь, правда? А? Мы же договорились нормально снять, я подготовлюсь. Что ты делаешь-то, да? Ладно. Привет, ребята. Меня зовут Багмит Антон. Мне 36. Рост 189. Да, я закончил театральный институт в 2005 году. У заслуженного деятеля искусств России Владимира Дмитриевича Петрова. Да, мы играли в институте очень много классики Островского, Чехова. Да и не только, были комедии, были французские водевили. Я помню, как я только пришел в институт, зашел в нашу 35-ю аудиторию и увидел этот невероятный кумар. Знаешь, такое просто было все в дыму. Все, ну просто вот ничего не было видно. Я подумал, боже мой, куда я попал? Что я здесь делаю? И потом только понял, что началась настоящая жизнь. Да. Было здорово. Но только потом я понял, что было здорово именно в институте. А после него началась совершенно другая жизнь. Мы все бросились в свободное плавание. Кстати, моя фильмография насчитывает уже около 100 картин. Хотелось бы больше. Самое неприятное то, что когда в 2008 году нашего мастера не стало, мы вдруг поняли, что закончился самый невероятный маленький кусочек нашей жизни. Самый приятный.